Белла! Белла, мне правда интересно, я не знаю. У Арцаха президент есть? У всего есть президент. Кто? Кто президент? Тебе какая разница? Ты вот все хочешь знать. Армянин. Армянин? Да кто? Кто? Настоящий армянин. И по паспорту, и по рождению. Вечер добрый. Слушай, а сам армянин не признал этот Карабах. А президент армянин как? Я не понимаю, правда, честно. Ты над ней издеваешься? А кто может надо мной издеваться? Вы что, с ума сошли? Нет, Белла, не я, мне правда интересно, да? Я не знала, клянусь, не знала, что там кто-то есть президент. Я до такой степени, я думала, там президент тот человек, который в Армении президент. В Абхазии есть президент там у нас? В Абхазию хоть это Россия признала, слушай. Признают, время придет, признают, не переживай. Пойми, ты как с вами так говоришь. Так переживаешь, я не могу понять. У тебя, смотри, сколько проблем. Грузия, Абхазия. Сейчас россияне приехали, цены поподнимались. Об этом думай. Какой они... цены? У меня знаешь, сколько сахар? Много. Много сахара. Сахар вредно. Хочешь, лучше... отправлю. Лучше бы ты чем-нибудь другим закупалась, чем сахаром. У меня все есть. Ты не переживай, дорогая. Нет. А, слушай, да. Слушай, правда мне интересно стало. Правда. Армения не признал. Россия не признала. Никто на этом свете не признал. Какой президент, э? Я пошла. Куда ты пошла, Алина? Посиди, посиди. Давай запрос поднимись, мы эту там уносим, раздерем на кусочки. Слушай, Белла, скажи, да, мне правда интересно, да? Кто? Имя не знаешь? Да. Инчесузам. А, Инчесузам, да, мне интересно, кто там президент. Вообще никогда не слышала. Загугли, вы же любите вот... Только не Google Ads сделай, а обычный Google. Google Ads не надо. Google Ads всегда врет. Какой президент? Я в шоке. Я должна эту информацию посмотреть, клянусь. Я должна. Я пишу там, Википедия мне говорит, где это, кто это? То есть где? Вот тебе даже подсказки пишут. Вон, читай. Какой? Ну, кто это? Кто? А вас, скажите. Усер 777777 он тебе написал. Президент Хвостатунян. Это? Нет! Я с ним и дуэты снимала. Я всю войну с ним клипы снимала. Как ты не видела? Не видела, слушай. Я даже не подумала бы никогда, что там есть кто-то президент. Сам танцует, сам поет, сам билеты продают? Или как? От чего берешь, что признают? 30 лет не признали. Еще сколько должно пройти, чтобы признали его? Это же все политика. Вот наш Давид этим занимается. Дай бог он... добьется своего. Давид да. Будет доказать все. Давид все докажет. Он уже ж доказывает. Ему просто не так дают. Доказывает. Ему просто да. Не дают. Давид, у Давида, не дай бог попадет этот волшебная палочка, не дай бог. А вот людям уже снюсь, понимаешь? Люди меня вон во сне видели. Тебя? А ты меня во сне не видишь, Тамуна? А, Тамуна, ты с луни упала. Она Вакова. Я нет. Просто я знаю, что непризнанные республики сам танцуют, сам поют, сам билеты продают. Потому что... Я идеально выгляжу. Что вы от меня хотите? Смотрите, какая красотка перед вами сидит. Какая тут пластика может быть?
Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.